Очистные сооружения Ульяновска продолжают оснащать. Строится станция биологической очистки на левобережном объекте. Ранее на территории возвели станцию ультрафиолетового обеззараживания. С ее помощью воду избавляют от патогенных бактерий и вирусов. Также ведется у нас работа, ведутся по воздуходувной станции. На воздуходувной станции у нас пришли воздуходувки, то есть будут проводиться работы по монтажу фундамента, монтажу воздуходувки. Сейчас идут работы по электрике. Как вы видите, сделан полностью фасад, выполнены работы по кровле. После трансформации объем сточных вод, проходящих через сооружение, останется прежним – 100 тысяч кубометров в сутки. Но на выходе из фильтров вода будет чище, чем раньше. Работы планируют завершить к концу этого года. Коммунальщики обещают преобразить и объект в городе Барыш. На все очистные Ульяновской области направлено почти 5 миллиардов рублей. В рамках этого проекта мы уже завершили реконструкцию очистных Новоульяновска и станцию ультрафиолетового обеззараживания на очистных левобережье. Также в этом году мы планируем завершить работы в ноябре этого года на очистных правобережья. Напомним, модернизация очистных сооружений входит в основные направления нацпроекта экологии и федерального проекта оздоровления Волги. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.